Алло, Витя. Алло. Алло, кто это? Это Сергей Козлов. А, нет тебя, Сергей. Ты смс. Я сейчас смс-ку тебе отвечаю. Сейчас отвечать не надо, я записываю разговор. Послушай, я записываю разговор на микро, это самое, в интернет выставлю. Я выставил ролик о сборе, о сборе средств, там поддержать, в поддержку. И откликнулись 8 человек сразу. Мы хотим собрать деньги и переслать. Сергей, вы сейчас получили СМС. Вот не хотите, чтобы по этому поводу говорить. Добрый день. Добрый. Алло. Я слушаю. Так вот смотрите, у нас мотор полностью полетел, полностью. Мы парализованы, нас на эвакуаторе привезли, там где-то в середине с той стороны, сейчас на одном городке Швеции. 320 евро, 350 отдали. А сейчас вот поехал эвакуатор, нас уроды планет порт, и мы переезжаем в мой пилу, в Литву. Так что помолитесь, оттуда как-то надо перетернуть в Белоруссию, тогда в Россию, все, мотора нет у нас. Помощи говорите. О помощи пока не говорите. Поддержите, собирать можно, что у нас полная потеря всего было. Вот смотри, я так писал. Все, полез на работу. Ну вот, Сергей, такая ситуация. Все, я понял. Полная